Патриарх Московский всея Руси Кирилл выразил обеспокоенность уровнем российской культуры. В России, по мнению патриарха, нужно создавать такие условия, при которых общество и в первую очередь молодежь само будет отказываться от пошлости, от того, что сейчас называется попсой, гламуром. Также и общество, как живой организм, не может питаться псевдокультурой и глянцем, копеечными бульварными детективами вместо литературы, звездными шоу вместо настоящей музыки. Такая синтетическая культура тоже несет в себе некие ценности, псевдоценности потребительского рая, любви к роскоши, к легкомыслию, безответственности. Псевдоценности, ведут к деградации любого общества. Напомним, что ранее патриарх назвал проблему воспитания нравственно здоровой молодежи в России вопросом национальной безопасности.